Приятная новость, которую можно считать подарком всем жителям республики. В проекте «Город России. Национальный выбор 2013», который проходит ежегодно при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Чебоксары набрали рекордное количество лайков – более 167 тысяч. Таким образом, столица Чувашии признана самым привлекательным, узнаваемым и символичным городом страны. В топ-10 участников конкурса «Город России. Национальный выбор 2013» попали также Рязань, Иркутск, Владивосток, Майкоп, Ханты-Мансийск, Смоленск и Уфа. Третье место занял Хабаровск, на втором – Красноярск, с отрывом от лидера Чебоксар в 35 тысяч голосов. Две столицы очень далеко от верха списка. Петербург на 19 месте, Москва вообще на 50-й строчке рейтинга. Завершает список 81-й город Кызыл. Кстати, с 1 января началось новое голосование – «Национальный выбор 2014». Кроме этого, в прошлом году столица Чувашии вновь участвовала во всероссийском конкурсе на самый благоустроенный город России и заняла второе место.